У нас, в принципе, обычный дисковый тормоз. Только весь прикол в том, что он не регулируется никак. По одной простой причине. Сейчас я свет включу. То есть, чтобы отодвинуть калипер от крепления, сижу шайбочки подбираю. То есть, мне нужно вот этих шайбочек набрать ровно столько, чтобы был зазор. По-другому его отрегулировать никак. Плюс прикол еще в том, что я сижу, у меня тут болгарка, подтачиваю край ротора, потому что он чиркает. Он там, видите, уже он проточил вверх. Вроде я его обрезал, вот, вот, где-то задевает. То есть просто болгаркой режу диск, чтобы все это заработало хотя бы как-то. Как люди на этом ездили 15 лет, мне совершенно непонятно. В общем, очень оригинальный тормоз. То есть к нему адаптер прикручивается намертво. Есть какие-то пазы. Я думал, они для регулировки, но это не помогает. То есть только количеством поставочных шайб я могу отрегулировать расстояние между ротором и посадочным местом. Причем не факт, что оно еще одинаковое. Вообще какая-то жесть. Все, подобрал я нужное количество проставочных шайбочек. Теперь у нас зазоры одинаковые с двух сторон. И справа, и слева. Но, опа. И сейчас, видно, да? Ударилось. А вверх. То есть вот в этом месте надо сейчас диск болгаркой срезать. Чем я сейчас и займусь. Ну, что я могу сказать? Втулочки перебраны. Ротор отполирован, отшлифован. Зазорчики выставлены. Время 12 часов ночи. Мастерская работает. Это еще не май месяц, скажем так. Еще холодно. Еще я сижу тут в зимних сапогах.